Мелкие кражи. Покупатели обходятся магазином в непостижимо большую сумму. Международный центр исследования торговли определил, что с полок при лавках по всему миру похищено продуктов и товаров в этом году на 107 миллиардов долларов. Ущерб российской рознице от воришек – 3 миллиарда долларов. Согласно отчету, чаще всего за пазухой выносят мобильные телефоны, мелкую электронику, косметику, парфюмерию, детскую одежду, а из еды – молотый кофе, мясные деликатесы и сыр.